Начнем с актуальной цифры – 110 200. Именно столько школьников в Могилевской области 1 сентября сели за парты. Среди них 11,5 тысяч первоклассников. 1 сентября – День знаний, большой праздник, и мы присоединяемся к поздравлениям учителям, школьникам и их родителям. Закончилось лето. Первый день осени во всех школах начинается ярко. Проходят торжественные линейки, первые уроки и классные часы. Перед крыльцом 21-й Могилевской школы собрались те, кто пришел первый раз в первый класс, и те, для кого этот учебный год будет в школе последним. Да, ну скоро институт уже, все. Рядом с будущими выпускниками их педагоги. Долгие годы они заменяли ребятам в школе и маму, и папу. Вместе переживали трудности и радовались успехам. Чтобы все, ребят, получилось и все цели свои достигли. Для первоклашек этот праздник особенный. Мальчики в красивых костюмах, девочки с белыми бантами. Для них это первая встреча со школой, знакомство с новыми друзьями. Хочу научиться читать, писать, физикой и астрономией. Заниматься математикой, учить английский. Считать умеем? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Они открыты новым знаниям, готовы окунуться в мир наук. И все как один обещают хорошо учиться. Теперь задача педагогов – это стремление поддержать. Я очень люблю ребят. Надеюсь, что мы станем дружным коллективом, единой большой семьей. Волнуетесь? Расскажите сегодняшний день. Есть. Не меньше волнуются и родители первоклашек. Эмоции они не скрывают. У некоторых слезы на глазах. Новый этап в жизни, как и для ребенка, так и для родителей. Но все равно волнение присутствует, как будто я сама иду в первый класс сегодня. От старшеклассников к первоклашкам. В Могилевской школе номер 21 теперь новая традиция – передавать тем, кто только пришел в школу, памятный знак. Он сделан из камня и такой же твердый, как гранит науки. Торжественную линейку в агрогородке Пудовне Дребинского района посетил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый. Он отметил высокий уровень подготовки в сельских школах, что подтверждают результаты централизованного тестирования. Здравствуй, школа, здравствуй. Ну а дальше по классам. Первый урок для ребят в этом году называется «Беларусь – моя айчина». Торжественный аккорд праздничной линейки – улетающие в небо воздушные шары, как символ больших надежд. Thank you.